Симон своим таким ярким эмоциональным поведением, но на подаче у нас Танасов. Это эйс. Это эйс, зеркальный эйс второго мяча в этой партии, где точно так же Константин Абаев именно с Мартином Атанасовым смотрел на такой же мяч от кросса. И здесь тоже Дмитрий Волков и Майкл Кристенсен не разобрались. Да, и в итоге 5-7. Чуть-чуть подбирается Локомотив. Мартин. Хороший прием. Еще один эйс. Да. Еще один эйс от Мартина Атанасова. Два подряд. Не все получалось на подачах у него в первой партии. Ну, как-то вот эйсы сегодня, да, дуплетами идут по Локомотивам. Два подряд у Ильяса Куркаева. Два подряд у Мартина Атанасова. И тайм-аут. В общем, тайм-аут. То же самое. Та же самая тактика от Алексея Лена. Я это допускаю, да, блядь, но не можем мы отпускать это. Не может без попытки у нас падать этот мяч. Не знаю, Тёма, Майка, кто угодно, но не может это падать. Это только контроль этой ситуации. По-другому Симе не получится. А сейчас будем терпеть, потому что они попадут эти 2-3 мяча. Дальше старт Казаченкова. Высоко пасуй, не спешите. Вы все рано, да, и он вас ловит еще на опускании. Со знаком с минусом, пауза. Он затягивает. Хороший тайм-аут, очень эмоциональный. Все понятно, о чем говорит главный тренер. И каждому из игроков, я уверена, было понятно, что мячи без борьбы падать не должны. Это есть такое правило. И здесь, да, можно было не довести, но постараться кому-то из мячонки подбить надо было. Плюс замечание по еще один. Да. После тайм-аута Мартин Атанасов оставаться на подаче. И три эйса подряд. Сейчас еще и в Федорова. Да, в либеро угодил. Мартин 7-7. Ну что, счет равный. Подобрался Локомотив. По счету 1-5. Сидится, отыгрались, я напомню. Еще одна попытка. Это первая серия кого-либо из игроков. Четыре эйса подряд. Было похоже у Ильи Казаченкова, но там было и с переходящими. А вот так вот, чтобы в чистую четыре эйса, такого в этом сезоне еще не было. Замена. Вместо Артема Вольвича, капитана команды, выходит номер 10, Роман Романовский. Да, блокирующий. Небольшая пауза, тоже как маленькая хитрость здесь. Да, нужно протереть площадку, но все средства хороши. Я думаю, ни у кого не повернется язык сказать что-то про эту ошибку Мартина, ведь до этого было 4 шикарные эйса, которые сравняли счет Локомотиву.